Добрый день, дорогие друзья! От имени организаторов открытого фестиваля конкурса традиционной культуры «Этноохтефест» я приветствую всех участников! Поаплодируйте себе тоже! Сегодня наступил тот самый долгожданный момент, который ждут все участники. Момент истины, момент итогов. Но прежде чем объявить результаты, мы хотим поблагодарить каждого из вас за столь большой интерес к нашему фестивалю-конкурсу. Спасибо каждому педагогу и руководителю за огромнейший труд, который вкладываете в своих воспитанников и учеников. За то, что прививаете любовь к традиционной культуре. Желаем вам побольше сил, терпения, конечно же, здоровья, творческих успехов, достижения наивысших результатов и целей, процветания и многое лето. Многое лето, многое лето, многое.